Друзья, всем привет! Прекрасного вам дня, хорошего настроения. Ну вот, отделила все-таки гусей от индюков. Ой, радости-то сколько! Понятно, дома в коробке-то места-то мало. А тут бегайте. Вы мои маленькие. Господи! Я им еще еды воды не поставила, сейчас поставлю. Так что они у меня голодные не сидят, если вдруг заметите, что тут нету ни еды, ни воды. Но это все впереди занесло. Так что вот, переселила. Не пойдет все-таки с индюками держать. Индюки по себе маленькие, они так покрупнее, поздоровее. По ним ходят как по головам. Так что поэтому решила. Ой. Ну посмотрите, как они рады. Как они лады. Ой, господи, не могу. Ой, смотрите, вот так-то. Места много, бегай не хочу. Вот так-то. Вот так-то мои маленькие. Теперь вот я буду делать, они будут у меня здесь отдельно. Очень любят одуванчик и крапиву сейчас им порежу. И они уже привыкли, когда это есть. Водички и кормбак до ночи поставлю. И все, и мои сладкие будут здесь. Под ногами вот сено, видите, сено насыпано. Опилы я не сыплю, так как они опилы едят. Что курицы едят, что бройлеры едят, что... Ой. Что гусятки едят. Ой, прыгает, летает. Ой, ты мой сляденький. Сколько у них радости-то. Представляете, целое, смотрите, какое помещение побольше. Пол курятника в их распоряжении. Это у меня называется детский сад. Тут у меня ясли наподобие. Ясли у меня тут и ясли. Ой, господи, какие они счастливые. Ну что, пока у нас сегодня погода пасмурная, но если будет потеплее, будет, естественно, я их на улице вытащу на травку. Каждый шаг я буду записывать. Ой, ну смотрите, какие они радостные. Буду снимать видео, и вы будете смотреть. Так что вот. Гуси это вообще быстро растущие, не болеют, адаптированы ко всем условиям. Они что, гусятки вылупляются, тут же уже купаться начинают. Это вот, например, они индюки, да, например, вот мама. Ой, какие они радостные. Это не индюки, это индюки-то по себе теплая, любимая птица. А этим пофиг, извините меня, любые условия погоды, конечно, не сказать, что там суровые морозные моменты. Но суровый морозный момент, это когда взрослая птица, они у меня даже зимой на улице живут, когда, если, например, нет за 30, у меня гуси взрослые живут на улице. Так что вот, вот так-то, вот смотрите, как они у меня бегают, вот смотрите, у них радость, это ё-моё, коробка дома как маленькая, да еще плюс эти... Индюшатки еще с ними им мешают. А тут-то радости-то сколько. У них радости-то сколько. Знаешь, я не ошиблась. Решила сюда переселить. Да? Вот так-то. Друзья, всем пока.